Добрый день, уважаемые дамы и господа. С вами Константин Белый. Я отвечаю на ваши вопросы. Вопрос был задан. У человека раскаляется дымоход очень сильно. И он спрашивает, о чем это говорит, почему он раскаляется. Говорит, я уже пробовал, как говорится, и меньше топить, и заслонку прикрывать. Но, как говорится, не всегда на закрытой заслонке или там зольником можно топить помещение или там баню. Нужно же, как говорится, реально использовать оборудование. Ну, а оно, видите, как раскаляет дымоход. Ну, единственное, что ему посоветовали, поставить шибер. Ну, и вот он спрашивает, от чего это зависит? Ну, самое главное, раскаленный дымоход, недостаток дымохода, это недостаток печи. Если она, как говорится, там прямоточная или с одним зубом, вот, и у нее там дымоход, даже с одним зубом, происходит, что у нас недостаточное горение, недостаточный дожи газов, и в дымоход вылетают большое количество несгоревших газов. И вот эти газы встречают, у нас же в дымоходе двухстороннее движение, встречают поток холодного воздуха. Ну, самое главное, что он не то, что он холодный, а то что поток воздуха, который раскаленным газами начинает, как говорится, воспламенять эти газы и дожих быть газов. И как раз вот это вот и показывает о том, что у вас печь некачественная. И как часто можно встретить, вот приходишь, открываешь паспорт изделия и читаешь. 70, 80, а в некоторых случаях даже бывает 90 пишут. А приходишь на объект, а у них метр, два раскаленного дымохода. Там, это значит, у нас печь работает где-то 500 градусов. И здесь 500 градусов. Это что? КПД 70%, да? Я понимаю, если бы тут было, допустим, 300, тогда можно было бы говорить о том, что КПД там где-то под 70. А если у вас 500 и 500, однозначно это говорит о том, что там КПД максимум 30%. И то надо считать, так нельзя голословно заявлять, но, по крайней мере, ну никак, не 60 и не 70. Поэтому знайте, что раскаленный дымоход говорит об недостатке печи. И если даже вы здесь поставите шибер, он мало вам, как говорится, исправит положение. Потому что у вас дымоход начнет интенсивно, он тут большого диаметра, он у вас начнет интенсивно засаживаться вот этой сажей, которая отсюда будет вылетать. Прослужить он долго не прослужит. Так что, есть у вас раскаленный дымоход, думайте, как исправить печь, чтобы она у вас была более экономичная. Всего вам доброго.